влюбленные в путешествия, рады встрече. Сегодня мы отправимся в музей. Зачастую при упоминании существительного «музей» хочется выпрямить спину, сделать серьезное выражение лица в ожидании череды умной информации. А как насчет громких зажигательных песен, дискотеки с цветомузыкой и выступлений на сцене с виртуальными звездами прямо в музее? Не верите? Музей Абба в Стокгольме приглашает. Заранее благодарим нашего постоянного зрителя за предоставленное видео. Итак, группа Абба продала более 379 миллионов дисков, а мюзикл «Мама Мия» посмотрели более 50 миллионов зрителей. Музей Абба в Стокгольме, Швеция – это уникальная возможность познакомиться с историческими этапами развития группы Абба, вообразить себя пятым членом группы, посетить студию звукозаписи Polar Studio, полюбоваться сценическими костюмами Абба. Музейными гидами гостей являются сами Агнета, Бенни, Бьорн и Фрида. Посредством аудиогида они делятся с гостями своими историями и личными воспоминаниями. Стоимость такого аудиогида – $40. Музей Абба находится в центре Стокгольма, вблизи парка Скансен. Добраться сюда можно общественным транспортом, автобусом номер 44 или трамваем номер 7. Для любителей пеших прогулок вариант метро. Остановка Карла План и 15 минут пешком вниз по улице Нарвавеген. Далее через мост по улице Дюргуден. Стоимость взрослого билета $30, детского 7-15 лет $8, семейный билет 2 взрослых и 4 ребенка $76. Важный момент. Музей Абба – это заведение без наличных денег. Рассчитываться за билеты, сувениры, еду и напитки в кафетерии можно только банковской карточкой. В случае, если вы не владеете банковской картой и в отеле Melody находится в одном здании с музеем Абба, необходимо приобрести специальные карточки, предоплаченные или подарочные, которые можно будет использовать в музее Абба в качестве валюты. Кстати, при входе в музей Абба есть большой сувенирный магазин. Здесь широкий ассортимент стандартных сувениров с символикой группы Абба – магниты, чашки, футболки, толстовки, канцелярии, аксессуары. Перед началом экспозиции вас ждет кинопоказ. Это отрывки интервью участников Аббы, их выступлений и клипов группы. Женская половина гостей придет в восторг от посещения гримерной и костюмерной Абба. Приоткрытая помада, флакон духов, пудра, опустошенный бокал шампанского. Такое ощущение, будто Агнета и Ани Фрид еще минуту назад были здесь. Еще вас порадует интерактивная сцена, инновационные технологии которой позволяют гостю почувствовать себя полноценным участником группы Абба и исполнить песню вместе с проекцией участников прямо на сцене. В углу одного из залов стоит телефон. Его номер знают лишь четверо участников легендарной группы. В любой момент они могут позвонить на него, и любой гость, оказавшийся у телефона, может снять трубку и поговорить со звездой. Словом, равнодушным и холодным к музею Абба остаться просто невозможно. Музей не просто дарит информацию, музей дарит удовольствие и драйвовое настроение. Музей Абба умудряется раскрепостить посетителей кардинально противоположных возрастов. Отправляйтесь в музей Абба большой компании с детьми. Насладитесь беззаботностью, вдохновитесь историей легендарной группы и создавайте свои непревзойденные шедевры. А еще путешествуйте. От путешествий только польза.